сейчас давайте быть реалистами. Есть на сегодняшний момент существующая власть, которая нас не устраивает. Но давайте, мы же с вами взрослые люди, мы понимаем, кто победит на мартовских выборах. Это очевидно. Конечно, победит Путин. Плохо, это хорошо, это другой вопрос. Почему? Какие на данный момент есть варианты? У нас а вот не будет. Люди не согласны с этим. Я с этим тоже не согласна. А какие есть еще варианты? Я не согласна. Я бы хотела проголосовать за другого кандидата. За голосовать? Не, вот я об этом и говорю, что не за кого голосовать. Но в сегодняшнем раскладе я понимаю, что все равно ситуация такая, что у нас есть лидер Путин, которого знают все, и знают не в Москве в Садовом кольце, а знают бабушки в регионах. В этом большая проблема. Но уже на следующих выборах может появиться другие люди. Появятся эти лидеры обязательно.